Санаторий профилактории Корабельной рощи – это замечательная возможность отдохнуть, полечиться и восстановить силы. Сейчас тут идут ремонтные работы. Планируется обновить всю водолечебницу. Также уже отремонтированы два кабинета – ингаляционные и сухие углекислые ванны. Последние, кстати, пользуются большой популярностью среди отдыхающих. Воздействие углекислоты, оно улучшает кровоснабжение тканей. Насыщение происходит, насыщение под воздействием углекислоты крови, артериальной крови кислородом, что улучшает питание, доставку кислорода к тканям. В свою очередь это улучшает обменные процессы, в том числе и углеводы, жировой, белковый, электролитный обмен. Санаторий оказывает квалифицированные медицинские услуги высокого качества. Здесь действительно можно избавиться от многих проблем со здоровьем. Для всех отдыхающих созданы самые комфортные условия. Установлено современное оборудование, используются прогрессивные методы лечения. Нелли Атнабаева работает на Нижнекамск нефтехимии и несколько раз в год старается брать путевку в профилакторий. Говорит, что здесь ей очень нравится, особенно процедура углекислая ванна. Ну, приятное состояние такого организма. В организме такие хорошие состояния, легкость, очень приятное ощущение. И легкость получаешь после этой процедуры. Как будто немножко даже омолаживаешься. Вот еще одно уникальное место – санатория «Корабельная роща». Здесь на небольшой площади разместились более 200 различных наименований растений. Вот одно из них – финиковая пальма. Говорят, что ей более 46 лет. Уникальный санаторий профилактория Корабельной рощи еще и в том, что он расположен в живописном сосново-еловом лесу в 5 километрах от Нижнекамска. Здесь вы также сможете забыть о городской суете и насладиться всеми прелестями природы. Рустам Калимуллин, Лейсан Саитова, телеканал «Нефтехим».